Детский канал «Мультиигрушки» представляет. Петрович, Петрович, ты чего это там на стуле разлегся? Поспать задумал? Петрович, пора включать станки и делать тортики. Ой, ой, Михайловна, Михайловна, простите, прикимарил немножко. Да-да, уже иду. Начинаем изготовление тортиков. Петрович, ты что, ночью не спал? Пошевелись немножко. Пора уже доделать тортики и отправить их по магазинам. Михайловна, Михайловна, не переживайте. Сейчас все будет сделано. Мишка? А, Мишка, ты чего там разлегся? Ох уж эти работники! Магазины ждут! Скорее загружайте тортики в грузовик! Какой грузовик? Какие тортики? Ах да, мне же пора работать! А я подумал, что это мне снится! Ага, взяли Мишку на работу. Чем же я им не понравился? Но ничего, они еще пожалеют об этом. Я все сделаю, чтобы Мишка не довез тортики. Как же мне его остановить? А, смотрите, бревна лежат. Сейчас я перекрою ему дорогу. Ой, что это на дороге лежит? Меня заносит. Так ему и надо! Эх, хорошее местечко для патрулирования. Теперь полицейский Купер увидит всех нарушителей, а меня никто. На этот раз у меня точно получится остановить Мишку. Сейчас я сброшу эти камни на дорогу.
Ничего себе! Что это тут произошло? Прямо на моих глазах! Надо разобраться! Ох, что же я натворил? Надо срочно уезжать отсюда, пока полиция не приехала! Какой же липкий этот крем! Как же мне выбраться отсюда? Мотоцикл совсем меня не слушается! Ну вот, попался парнишка. Не зря я там за камнем спрятался. Я все видел. Зачем же ты такую аварию сделал? Ты арестован. Простите меня, пожалуйста. Я просто хотел работать водителем вместо Мишки. А меня не взяли. Не арестовывайте меня. Пожалуйста, я все исправлю. Эх, Мишка, зачем же ты так со мной поступил? Твоя зависть до добра тебя не довела. Ребята, а вы как думаете, арестовывать Мишку? Или пусть он испечет новые тортики? Напишите в комментариях.